Давай. Так, давайте, чтобы, ребят, покажите мастер-класс. Покажите мастер-класс, чтобы я просто... Я что я буду просто, показывать? Чтобы я венц, чтобы у Оли тоже что-нибудь развязалось, вот как давай у меня. Давай венц. Развязалось? А, я понял. Так. Девушка, здравствуйте. Вы так прекрасно выглядите сегодня. Винчик, ну немножко не так, мой хороший. Ну что ты меня забиваешь? Ну, Оль, ну ладно, пускай. Оль, давай все заново. Лучше молчи. Надо же ему говорить о ошибках. Пускай сделает, как считает нужным сначала, а потом скажешь ему, какие минусы. Девушка, здравствуйте. У вас такие прекрасные волосы. Как они пахнут. Давайте потанцуем. Ой, какой хороший такой. Обещаю, Руслане,